Привет, друзья! Я еду на охоту. На охоту в Республику Беларусь. Хочу в этот раз поохотиться на волка. Охота это непростая, но будем пробовать. Мы в прошлый раз заготовили приваду. В этот раз мы ее обновим и попробуем выследить этого серого хищника. Ущерб он наносит колоссальный, как лесному, так и фермерскому хозяйству. В лесу егеря находили растерзанных останки оленей, лосей. Фермеры страдают от того, что волки режут их лошадей, коров и так далее, любую живность. Попробуем с ними побороться. Бороться будем на приваде. Повторюсь, привада там у нас уже заготовлена, мы сделали ее в прошлый раз. В этот раз мы приедем, обновим и попробуем волка высидеть. Кстати, условия у нас очень непростые, потому что полнолуние практически. Полнолуние волк чрезвычайно осторожен и на открытые участки выходит гораздо с меньшей вероятностью, чем когда луны нет. Охота это непростая, вероятность добычи волка низкая. У нас впереди несколько дней, попытаемся добыть. Получится хорошо, не получится, будем пробовать в другой раз. Надеюсь, нам повезет. Я обожаю эту фразу. Фраза звучит так. Я на охоте в Республике Беларусь. Я приехал в Витебскую область на гостеприимную базу Лукоморья к моему товарищу Александру. На улице холодно, очень низкая влажность. Идеальная погода для наших тепловизионных приборов, однако очень холодно, 11 градусов. Пойдемте на базу, поговорим с Александром и будем выдвигаться на охоту. Саша, привет! Большое тебе спасибо, что ты снова меня пригласил к себе в Лукоморье на охотбазу. Обожаю охоту в Белоруссии, большое спасибо. Расскажи, пожалуйста, что нового в охоте в Белоруссии, в экотуризме, ну и вообще? Люди интересуются, спрашивают. Ну что у нас нового? Ничего, в общем-то, происходит все уничтожение кабана идет. Угу. По ему на смену наше хозяйство закупают оленя. Поэтому даже у нас сейчас появилось уже 80 особей оленя. Это круто, но вообще-то я считаю, это неравнозначная замена. Это другая охота, абсолютно другая и по деньгам, и по динамике, и по всему, да? Ну да, но если нету ничего другого, то что делать? Пускай хотя бы олень будет, потому что если мы... Кабана нету и уже в ближайшее время, надеюсь, скорее всего, вакцину никто не изобретет. Да, но все, конечно, здорово сожалеют, что кабана нет. Такая была динамичная охота. Я помню, несколько лет приезжал на охоту ночную, смотришь на это поле,
там сколько, 100 голов же могло быть на кукурузе, да? 20 по 30 голов ходило везде у нас, и кабаны были тут, везде. Тут, да. Ну, конечно, урон сельскому хозяйству большой наносили. Съедали всю нашу пшеницу. Слушай, а сколько же они через охотников государству тоже приносили доход? Это огромная индустрия была. Охотники же не просто приезжали, стреляли кабанов, они же тратили деньги. Ну вот, вот на смену хотят оленя. И в магазинах. Поэтому должен быть олень, который должен компенсировать это. И ну это пройдет пару лет, может быть это будет компенсация, потому что загонная охота тоже вещь интересная. Конечно, ночная охота это вообще вот... Две разные охоты. Ну и волк. Волк, появился много волка, и сейчас занимаемся. Я, по крайней мере, занимаюсь только волком. И другой охоты у меня вот стоят и лежат привады на волков, и воем ездим, подзываем их, фотоловушки вот стоят, видишь, тоже вывешиваем. Поэтому... Слушай, а есть, как ты считаешь, связь, то, что, скажем, кабана стало меньше, а волка стало больше, или это сложно увязать впрямую? Ну вот изначально все думали, что никакой связи нету, но как оказалось, то связь есть и большая. То есть волк стал мигрировать, он идет отовсюду. Он там жил в заповедниках у нас, в тихих зонах, где не забывали. То есть кабана было много, кабан был везде, и волк его добывал, резал на дальних поступах, да? Я считаю, что да. Что ему было питание, ему не нужно было никуда ходить. Волки могли жить рядом со стадом кабанов, потихоньку себе резать, кушать кабанчиков и никуда не выходить. А сейчас они двинулись ближе к человеку, сейчас к скоту. К еде. Да, они двинулись к еде. И режут скот фермерский, да? Да, периодически вот есть нападения у нас на овечек. То овечек подушат, то телят подушат. В общем, так и... Ну, явно с... ущерб приличный, да? Ущерб. Волк делает ущерб больше, чем любой браконьер. Если даже где-то и остались какие-то молодые козочки. Я вообще не согласен с теми, кто говорит, что волк это санитар леса. Никакой он не санитар леса. Волк убивает молодых, еще беззащитных животных. Конечно, вот только вот, скажем, появились вот на свет косулята там, да, конечно, волки лосята, сразу... да, и все. Лосенка, мать идет, мать не может отбить никогда от волка. Если стая волков, они кушают же лосенка, а не большую лосицу. Поэтому никакой он не санитар, это зверь, которого нужно уничтожать. Но это хищник, да, действительно страшнее браконьера. Что, браконьер-то местного ты рано или поздно поймаешь, да? Я и волка надеюсь, что я поймаю. Но надо заниматься. Но платятся же, да? На одного волка надо 2 тонны солярки потратить. Слушай, а в Республике Беларусь охотникам не платят за добычу волка? В России есть такая практика? Есть, и у нас такая практика. Вот наши боры ввели тоже такие премии. Значит, если добыто 5 волков, самцов, то дается лицензия по совминовской цене. Эта цена там в районе в 4 раза ниже стоимости цены обычной. Блин, но все равно сколько надо посидеть там, да, поморозить самое дорогое, что есть у охотника, да, чтобы добыть хотя бы... Круглый год. На волка охота круглый год. Чем мне нравится эта охота, что ей можно заниматься всегда. У меня нету закрытия охоты и открытия охоты. Постоянно в движении, да. Любой россиянин может к нам приехать. Если уже надоела любая другая охота, то займись волком, и после этого ты забудешь про все остальное. Ты будешь тратить топливо, деньги, силы, сидеть на вышках, и добудешь одного, может быть, за 3 года. Я смотрю, ты привез какие-то новые игрушки. Здесь видно твоя старая, а здесь что-то у вас появилось очень интересное. Да, Саш, это новый прибор, это тепловизионный бинокль. Пульсаровский, называется он Эколейт. Это примерно тот же Хелион, только у него 2 окуляра. Вот, объектив у него 1, окуляры 2. Расстояние между окулярами регулируется под индивидуальные особенности. Диоптрии тоже подстраиваются под каждый глаз. Запись есть? Все то же самое. Емкий сменный аккумулятор. Аккумуляторы одинаковые, что да? Вы чувствуете в этом, да? Они да. То есть взаимозаменяемые все. Да, аккумулятор одинаковый. Смысл прибора, у него 2 окуляра, и в принципе в него очень комфортно смотреть. Человек привык смотреть 2 глазами, в него действительно очень комфортно наблюдать. Вот. Также нам важно, что видеосъемку удобнее вести именно с Эколейда. Можно упереть его вот так вот себе в голову и снимать. Здорово. Друзья, мы отправляемся на охоту. То, что нам сегодня удастся заснять с этих 2 приборов, вы увидите в нашем фильме. Мы поехали. Не пуха. У нас есть специальное крепление для тепловизионного прибора Pulsar Helion. Да вообще для любого прибора Pulsar это крепление подходит. Мы сейчас установим это крепление на подходящее дерево, выберем хороший ракурс, вот, и закрепим на нем тепловизор Helion.
скоро уже начнется наша охота. Ну вот подходящее дерево, я думаю. Я закрепил пульсар Хелион на дереве с помощью специального крепления и надеюсь получить кадры вот с этого ракурса, вместе выхода зверя. Возвращаюсь своим следом. Я на вышке, ожидаю выхода зверя. Обожаю вообще охоту на вышке. Можно послушать звуки леса, звуки природы, понаблюдать не только за объектом охоты, но и за другими животными. Впереди меня несколько приват, которые мы сделали. Но вот буквально несколько минут назад, до того, как взяли камеру, было множество ворон, сейчас они улетели. Нравится за ними наблюдать. Интересно. Установлю еще один хелион, чтобы записать выход зверя. Хотя совершенно не факт, что он его запишет, потому что привата здесь, а выход может быть откуда угодно. Стрелять я буду, как только будет такая возможность, от 150 метров. Если волк остановится, я уже буду бить. Дистанцию я буду измерять с помощью нового прибора, бинокля с лазерным дальномером. Он у меня в режиме сканирования. Я постоянно буду мониторить это дело. Вот. И с волками здесь такая тема. Они, в общем, особо не присутствуют на приваде. Они подбегают, по-тихому хватают кусок и вот утаскивают в кусты. Поэтому ждать, когда он, волк подойдет к приваде, встанет красиво, бесполезно. Как только есть возможность стрелять, буду стрелять.
Вообще, что я говорю шепотом? Сегодня нам не повезло, с вышки решили сниматься. Отсидели мы 8 часов, на улице минус 8, холодно. Волков видели, но вдалеке, метров от 300 до 500. Почему волки к приваде не подошли, я не знаю. Не захотели, наверное. Или, может, полнолуние сейчас. В общем, светло. Глазами, кстати, вот привада вижу. Непонятно. Ну, в общем, сегодня им больше повезло, чем надо. Для всех адекватных людей, которые ногами стоят на земле и думают головой, очевидно, волк – животное вредное и опасное для человека и его хозяйства. Никакой пользы этот серый мерзавец не приносит. Волк является конкурентом для человека, потому что уничтожает скот, домашних животных, охотничьи ресурсы. Рассуждение о том, что волк – санитар леса – эталонная глупость. Никакой пользы он не приносит, а вред наносит колоссальный. Попробуйте разделить горе с фермером, у которого волки зарезали корову, лошадь, а если не одну. Нередки случаи, когда за ночь один или несколько волков убивают и калечат несколько десятков голов скота. Переведите ущерб в рубли. Это трагедия. Мне в интернете попадались доводы зеленых. Дескать, фермеры сами виноваты, скот нужно охранять. А вы попробуйте охранять скотину на выпасе в круглосуточном режиме. Не думаю, что у вас это получится. Рано или поздно волк нанесет свой подлый удар. И я хотел бы посмотреть на диалог глаза в глаза между интернетным защитником волков и животноводом, чей труд был уничтожен серым хищником. Я считаю, что волк не санитар, а самый настоящий вредитель, с которым нужно бороться 365 дней в году. Статистические данные также не в пользу серых хищников. В европейской части страны волк, бурый медведь и росомаха съедают в среднем за год чуть больше тонны мяса убитых ими копытных, из которых на долю волка приходится более 80%. Таким образом, волк самый свирепый хищник в нашей стране. Я как охотник постоянно общаюсь с охотоведами и егерями, все они солидарны с моим мнением. Часто слышу о нападении волков на диких животных, преимущественно копытных, об ущербе, который причиняют волки охотничьему хозяйству, о негативном влиянии на природную экосистему. Возьмем для наглядности пример с лосями. Продолжительность жизни лосей при благоприятных условиях составляет 20-25 лет, но в природе этот срок гораздо меньше и часто не превышает 10 лет. Большинство лосей погибает рано от естественных врагов – волков. Именно волк является самым массовым истребителем лосей. Основной способ нападения – когда стая волков нападает на кормящегося или отдыхающего лося. Хищники набрасываются со всех сторон и начинают вырывать куски плоти копытного. Лось теряет силы, и если у него не получится вырваться, то волки поедают его живьем. Развязка наступает, как правило, в считанные минуты. Телята обычно не успевают сделать и десятка шагов.
Также волки могут долго преследовать копытное животное, силы и азарта у них много. Волки атакуют взрослого лося почти всегда сзади, завершая броски жестокими, раздирающими мышцами задних ног хватками. Из-за ран подвижность лося уменьшается, хватки волков переносятся на бока и брюшину. На лосе повисает множество волков, они раздирают его плоть, обессиленный лось падает. Далеко не всегда волки убивают поверженного лесного гиганта. Очень часто, нанеся ему тяжелые увечья, волки на время оставляют животное в полуживом состоянии, чтобы иметь гарантированный запас свежего немороженного мяса. Однако вернемся к нашей охоте. На следующий день мы вновь поехали обновлять приваду. Везем приваду на волка, и по дороге следы волка увидели. Ночной след, не маленький зверек прошел, да? Да, ночные следы. Сколько здесь получается прошло? Штуки две? Три особи, двойка и еще один в стороне есть. Уходили по дороге там, здесь метки делали. Ага, сантиметров 12, наверное, да? Хорошая зверюшка.
Но вот и вторая ночь на исходе. В этот раз волки даже не появились. Во всяком случае, нам их заметить не удалось. Как и вчера в 11 часов вечера, мы решили сниматься. На третий день мы решили отправиться на приваду позже. На вышку мы забирались уже в темноте. Пока добирались до места нашей привады, пошел снег. И нас это воодушевило. Снег, волки более подвижные, вероятность прихода их на приваду становится больше. А когда хатовец заметил свежие следы в километре от привады, то это добавило нам оптимизма. Thank you.
Четвертый день. Мы снова поехали обновлять приваду и заодно проверить окрестности на предмет волчьих следов. Пока мы добираемся до вышки, я вкратце расскажу о месте нашей охоты. Сама вышка находится на краю пролеска. Привада прямо перед ней в небольшой низине на расстоянии 60 метров. Наш примерный рабочий радиус стрельбы был до 200 метров. На большее не стоило и рассчитывать. В первую ночь нами было замечено несколько волков, которые проходили мимо и к привате не подошли. Расстояние до них было более 300 метров, вероятно, ближе к 500. Вторая ночь запомнилась забавным эпизодом, когда на приваду вышел заяц. Но алисы здесь появлялись регулярно и чувствовали себя здесь хозяевами. Ну что, ребята, волк, получается, был. Вот след, это утренний след. Он еще не сильно припорошен. То есть он вышел из того лесочка. Вот так вот прошел. Дошел до сих пор. Наверное, посмотрел, что привада здесь лежит. Есть он ее не захотел. Крутанулся и пошел обратно в лесочек. И это было, наверное, утром часов в 7 утра, потому что снег вот пошел недавно, следочек немножко припорошен. Ну, не сказать, что я расстроился, расстроился больше, потому что мы отсидели на вышке несколько ночей, по 7 часов, садились в районе 5, слезали с него в районе 12, но безрезультатно. А вот он, пожалуйста, одиночка пришел на приваду, но жрать он ее не стал. А привада раскидана лисами, покушана лисами, погрызана лисами. Вот, блин, обидно, ребята, а. Вот он, волчара, не маленький волчара. Я думал сначала, что это две штуки, а вот, ну, как бы, реально это одна штука, просто он дошел, развернулся, пошел обратно. Вот, блин! Ну как же так, а? Не дается нам волк, но будем пытаться добиваться результата. У меня уже такой спортивный интерес, азарт. Это очень сложная охота, но я думаю, вы все знаете, я вам вселенную не открываю. Я для себя открываю вселенную охоты на волка. И, конечно, это действительно сложно и очень интересно. Добыть волка – это нужно очень сильно постараться. Столько дней отсидеть на вышке, столько проездить километров. Уже который раз я завожу сюда эту приваду. Кормим лис, кормим ворон. Лис я не стреляю, не хочу пугать. Хотя нереально соблазн уже прежде чем сниматься, застрелить эту лису. Но нет. Не хочу шуметь лишний раз. Ну вот. Ну что ж такое? Ну пойду еще посмотрю по следу. Я в шоке. Здесь один волк вышел на чистое, ушел туда, за кусты, а там еще три ходило. Итого, причем два волка выходило вот на прямую видимость, можно было с вышки стрелять, если бы мы там сидели. Они, в общем, вышли с того леса, один сюда пошел, обошел приваду, к ней не подходил. Три других подошли вот сюда, вот метров на 40 от вышки. Покрутились и развернулись. Я в шоке. Но это было уже конкретно утром. Я боюсь, как бы это вообще бы не в 9 часов было. Потому что снег идет уже... Ну, вот такой плотный пошло минут 20. До этого был небольшой снежочек. Но следы слегка припорошены. Пипец, в общем, это было 100 пудов. Между 7 и 9 часами утра.
Ну, досидеть, конечно, было нереально. Ладно, что делать? Остается дальше работать. Выкладываю приваду, уезжаю. Вернусь сюда, наверное, уже через неделю. Я расстроен.